Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я бы хотела вам показать свою новиночку по уходу за кожей и волосами. На самом деле, долго я думала и читала различные отзывы на данную вещь. Поняла, что она мне очень сильно нужна. И я говорю о вот таком аппарате, который называется Darsan Val. Я им на самом деле уже пользуюсь, ну, несколько недель где-то, и хочу вам о нем немножечко рассказать. Я заказала именно вот такой. Израильская марка, называется Devi. Devi предлагает различные домашние товары для красоты и здоровья. Это современные эффективные гаджеты для всей семьи по доступной цене. Фотоэпиляторы, приборы для омоложения кожи, массажеры для тела и, конечно же, Darsan Val. Darsan Val – это аппарат для физиотерапии и косметических процедур. С помощью импульсного и переменного тока прибор улучшает кровообращение и обменные процессы, укрепляет кровеносные сосуды и оказывает бактерицидное действие. Darsan Val эффективен против многих проблем с волосами, с кожей лица и тела. Вот этот аппарат, да? Вот так вот он идет запакованный. Я уже, ну, я все сюда красиво сложила, чтобы было красивенько, да, вам показать. Вот здесь, конечно же, идет инструкция. Вот. И насадки. Насадки это используются они как для кожи, лица, тела и волос. Вот такая вот насадочка. Вообще с этими насадками нужно быть очень аккуратно. Это стеклянные насадки. Здесь идет в комплекте 4 насадки. Значит, вот эта маленькая, это для проблемной кожи, для точечного применения. И, кстати, я применяла, у меня как раз было высыпание. Вот здесь вот я воспользовалась вот этой насадкой. И даже не осталось никаких пятен постакне. Они обычно у меня остаются очень долго, ну, скажем так, заживают. А здесь и сам прыщичек прошел очень быстро. И плюс не осталось вот таких вот, ну, пятен, да, вот этих постакне. Вообще рекомендуют, я читала, вот если, ну, можно использовать подросткам, да, 14+. Но если, допустим, много высыпаний или вообще если часто высыпания какие-то идут, кожа должна быть сухая, чистая, то есть без нанесения предварительно каких-либо средств, то есть вы умылись и потом вот точечно используете вот эту, именно вот эту вот насадку. Очень классная вещь. Реально вот такой набор для всей семьи. Я так, например, считаю лично. Вот. Следующая насадка идет вот такая, она как лепесток, по-моему, называется. Она идет для кожи лица, то есть для того, чтобы кожа была более такой упругой. Я ее уже тоже использовала. Единственное, что, во-первых, нет никаких болевых ощущений, вообще никаких. Единственное, что немножко такое, как покалывание и теплоту такой вот я на коже чувствую, но улучшает лимфодренаж, улучшает кровоток, и кожа становится такая розовенькая. Отличный цвет лица. Насчет возрастных каких-то изменений, ну, я только начала использовать, да, поэтому единственное, что я могу точно отметить, что цвет лица стал такой более здоровый, более такой красивый. Вообще у меня обычно цвет лица такая, то есть я такая достаточно бледная, бледная женщина. Так вот, цвет лица вот с этим аппаратом стал такой более здоровый. Вот. Следующая насадка, я ей, правда, еще не пользовалась, но думаю, что обязательно воспользуюсь. Это для тела, антицеллюлитная, то есть как раз для того, чтобы проводить процедуру именно в области бедер. Очень классно, я еще пока не пользовалась, но я думаю, что она у меня в ходу будет точно. Я вообще обожаю всякие такие вещи, вы меня знаете, и я постоянно что-то люблю подобное использовать. И еще одна насадка, это все стекло, поэтому нужно аккуратненько использовать. Это для волос. То есть вы прочесываете волосы и тем самым стимулируете и рост волос. И если у вас, там, допустим, выпадают волосы, то есть данная расческа может использовать и как мужчина, и как женщина, да, то есть вообще супер. Ну, вообще всеми этими насадками, ну, наверное, кроме вот этой антицеллюлитной, да, потому что мужчинам это не нужно, могут использовать и мужчины, и женщины. Тоже если у подростка или там у мужчины есть какие-то высыпания, как раз вот этим воспользоваться
Просто супер. Девочки, аппарат на самом деле, я вообще думала, что достаточно больно будет обрабатывать. Нет, просто такое легкое покалывание, то же самое волосы. Я уже тоже использовала для волос. Процедуру нужно проводить 10-15 минут. Ну, я начинала, мне кажется, первую процедуру даже меньше, чем 10 минут, а потом увеличивала. Вот, но для волос то же самое, нужно как минимум месяц использовать, чтобы увидеть результат, но я думаю, что я увижу результат, потому что воздействие на корни, оно всегда очень хорошо влияет и на рост, и вообще на волосы в принципе. Вот. Использовать в принципе достаточно просто, вы сюда вставляете вот сам аппарат, вы сюда вставляете вот таким образом насадку саму, здесь регулятор есть и, соответственно, вставляете в розетку. Я вот так всегда оставляю замотанный шнур, потому что у меня розетка рядом в ванной. И использовать аппарат можно также использовать в качестве лечения варикозного расширения вен. То есть не только, то есть кожа в качестве омоложения и лечения акне, волосы для улучшения роста волос, то есть, соответственно, для тех, кто... у кого выпадают волосы, ну и качество волос, я уверена, тоже от этого улучшится. Вот, лечение, соответственно, акне, вот, и антицеллюлитное. В общем, супер вещь, девочки. Я вот прямо подвисаю сейчас вечером, я обычно иду в душ и потом вот провожу процедуру, но если волосы, то это только на сухие волосы обязательно. Кстати, я его включу и покажу вам на волосах, так как на волосах у меня ничего пока не нанесено. Вот он так тихонечко работает. Я поставлю сейчас на минимум. Видите как? Сейчас чуть-чуть побольше включу, чтобы видно было. Класс. И вы просто прочесываете. Вообще процедура, ну там можно, здесь в инструкции вот все указано, сколько проводить процедур и так далее. Можно 10, можно 20 процедур. Каждый день ежедневно производить, повторять их 3-4 раза в год. Если, ну, лечение акне точечное, да, где-то вы наносите и так далее, написано по каким массажным линиям проводить, да, видите, здесь вот от целлюлита, дряблости кожи, вот на руках можно тоже, волосы. И волосы нужно медленно просто вот так вот проводить. Видите, как прикольно. Единственное, что у меня нужно проводить по росту волос, но у меня длинные волосы, я опрокидываю голову так назад и провожу вот здесь вот таким вот образом. Это вообще не больно. То есть единственное, что когда вот проводите так, прям чувствуется такое тепло на коже, коже волос, головы, то есть очень классно. Смотрите. Такое в основном легкое покалывание, давайте я выключу. В основном легкое покалывание я ощущаю именно на лице, на вот коже волос, как-то больше тепло такое ощущается. То есть здесь есть полная инструкция, как использовать, как что, как проводить, как устанавливать. Вот это вот на самом деле очень классно, что здесь все вот это дано, сколько чего нужно делать и так далее, все полностью описано в этой инструкции. Так что я мега довольна, что я себе приобрела. Смотрела на него очень-очень давно. Буду с огромным удовольствием использовать. Все ссылочки я вам оставлю внизу в инфобоксе. Очень советую, рекомендую. Мне прям вообще балдеж. Мне прям очень понравился аппарат. Еще здесь очень удобная такая ручка. То есть удобно держать. В общем, класс. Аппарат супер, девочки. Вот. Для нашей красоты обязательно, обязательно вам советую. Вот. Ссылки оставлю внизу, как я уже сказала под этим видео. Ну а на сегодня я уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую. До новых встреч.